Второй бульдозер. Только начал работать, со всех сторон обложила. Синева страшная какая, посмотри. Молния сверкает, ну морем. И главное, даже чуть-чуть это брызнул на палатку, перестал. Господь как близок. Там где-то в деревне. Батюшкин дом. Я там храм не видел. По окрестности-то. Там вот этот канал идет, соединяющий вот это зеленое. Первый мостик лох идет. И так вот переходить там. Между собой соединяется и второй мостик. Вот этот вот, где мы сейчас находимся, работаем. Интересно, вот дальше дождь идет, ну прям видно полосами. Как будто кто из лейки льет. Не скажешь же, что это так просто. Видно, это дождинки вот донесло и теперь поливает. И все так привыкли к этому, что вроде и должен быть дождь. Невидимый вечный Бог, создатель. Откуда облака? Что такое облака? Тысячи тонн. Несутся, как взнузданные кони. Как и Ефрем Сирин говорит. И дальше вот более синий, тоже видно, что идет дождь. Не так зримо, но видно полосы все равно. Ну а там, куда вы сейчас показывали, вдруг полосы стали изгибаться. Кажется, раньше так не было. Это означает, ветер гонит облака, они падают. И облака дальше... Грохот-то какой стоит. Я не знаю, во время грозы-то снимать, по-моему, никакой связи с космосом нет. Это не телефон. Еще поди. Вот это вот лог центральный. Потом попрошу Романа съездить и на основании лога показать поток. И там вот видно, что дождик идет синева. Особенно туманный, когда бездна кажется сединою, Иова написано. Вот так. Прохлада. Это гром. Во святых своих. Главное, сверкает как. Поля зеленеют. Вот это поля. Бывшие Потеряевские поля. А теперь кому их отдали, там какие-то жермощихи, через Корчино дальше. Ни документов на это не составили, ничего. Это Николай Николаевич Вагнер разузнал. То есть, согласно законам, это беззаконие, что наши земли Потеряевские отошли. Сейчас трахнет еще. Как страшен Бог во святых своих. Пастырь старается поскорее успеть, пока не намокла земля. А то опять не даст ему работу. Но мы молимся, и другие молятся. За нас. Никита спрашивает, пойду ли я в храм. Да не пойду я в храм. Вы в храме молитесь, а сейчас здесь, я говорю, тут купол-то высокий у меня.